Я позвоню тебе в 4 утра. Как раз закончилась песня. Я сейчас хотела снять видео вопрос-ответ. И в итоге не успеваю. Сеня попросила ее там отвезти кое-куда. Поэтому я сейчас быстро покушаю стейк. И отвезу ее и сниму это видео потом. Завтра мы с ней едем в Мюнхен. И оттуда в Вену. Стейк, пока у меня тут разогревается сковородка, я померила джинсы, да, вот эти вот, которые на меня не налазили, на мою жопу, не то что не застегивались, а даже не налазили уже 2 года, если не больше, да, и, о чудо, они налезли, и я даже смогла их застегнуть, и я так рада. Так что, кстати, люблю эти штаны, красивый цвет. В общем, стейк пожарен, я уже отвезла Сеню, куда надо было, уже давным-давно пришла, собираю сейчас вещи на завтра. И посмотрите, что опять я обнаружила, я просто меряю свой летний гардероб и понимаю, что, я как бы похудела. Ну, действительно, я эту юбку брала 1 год назад, по-моему, да, 1 год назад. И я в нее очень хорошо влезала, а сейчас она просто на мне слезает и вообще не сидит никак. Расстраивает то, что половина моих вещей, которые очень мне нравятся, очень классные, мне велики, но радует то, что... Ну и это же и радует, что они велики. Значит, можно покупать гардероб поменьше. С погодой повезло просто супер. Гуляли по Мюнхену и наконец-таки зачекинились в отеле. Я еще сама не видела, давайте вместе посмотрим. Так, вроде у нас кухни. Сеня, кстати, еще не прилетела, но чемодан ее уже здесь. Так, шкаф. Окей. Ну, все очень простенько, чистенько, вроде чистенько. В общем, я ложусь на 1-2 часа поспать, и потом мы идем гулять. Горела, я вся красная в Мюнхене. Сейчас мы по дороге в Вену, посмотрите, как тут красиво. Мы в Вене, я только встала, выгляжу ужасно помятой. Я себя ужасно чувствую, во-первых, потому что спала с климой. Во-вторых, я, видите, какая красная, я сгорела. Видимо, у меня солнечный удар, нос не дышит, горло болит, короче, не знаю. Я уже, Сеня уже давно встала, уже ушла гулять. Наконец-таки я смогла выйти и погулять по Вене, по этому супер красивому городу. Сеня поехала по делам, а у меня дел нет, поэтому я гуляю. Нереально красивый город, сейчас прошлась по базарчику,
Очень круто. Мне очень жарко, я в штанах. 27 градусов, просто нам потом ехать долго. Я решила здесь раз поудобней. Ищу банк, потому что у меня в кармане 2 евро. Мне нужно снять деньги. Но что-то пока не могу найти. Смотрите, какой красивый купол. Или что это такое? Весь золотой. Что-то там реставрирует. Итак, шла, и пришла. Это какой-то музей искусств, как я поняла. Но я не уверена. Сейчас надо где-то почитать. Хорошо, что в Австрии эти говорят на немецком. Так, работничек спит. И мне все понятно. Ой, какая красота. Вот я бы сейчас с удовольствием сняла себе всю одежду. Не прыгнула бы искупаться. Я, конечно, сзади встала, надо его обойти. Это, наверное, Кайзер Франц Йозеф. Потому что на этих двух зданиях боковых написано имя. Так что я думаю, это он там восседает. Сейчас посмотрим. Сзади Мария Тереза выглядела как мужик. В общем, это не Кайзер, а Кайзерин. Королева Мария Тереза. Сзади меня находится австрийская библиотека, которой 650 лет. И вот такие вот потрясающие красоты здания здесь на каждом шагу. Я, честно говоря, уже устала снимать. Я просто только уберу телефон, сделаю 2 шага, и опять нереальная красота. И посмотрите, и там вдалеке тоже какое-то здание. И вот там, и сзади меня, и сбоку. И я не знаю, успею ли я все это обойти, потому что мне осталось мало времени. Но тут очень красиво. Какие шикарные розы. Запах божественный. Вот здесь на скамеечке сидеть, рядом фонтанчик, и вдыхать запах роз. Природа, парк на парке, и запахи, вдыхать и вдыхать, вот что это за цветы, какие-то летние цветы, посмотрите, какие милые скамеечки. Отправляемся вот к тому зданию. Пока что вижу только верхушку. В общем, это ратуша. И перед ней, к сожалению, загородились. Стоит какая-то сцена. Наверное, идет какой-то концерт. Ратуша. Вот рядом еще какой-то. В общем, просто каждое здание. Вот простые дома, да? Все эти тоже безумно красивые. Я не могу, у меня уже руки болят. Вот это вот какая-то церковь здесь. Тоже реставрируется. Очень красиво. Я люблю вот такой вот стиль зданий. Мне кажется, городу придает сразу какую-то мощь, что ли. Какую-то, что-то такое готическое, не знаю.
как можно такое построить? Это сколько времени, сил нужно на это убить? Ну, не убить, конечно, потому что это на века. Можно погладить дверь. Может быть, нам стены что-то скажут? Молчат. Круто, я обожаю старинные дома. Я тоже живу в старом доме. Мне они гораздо больше нравятся, чем новостройки. И там все красиво, и полы, и двери. Посмотрите, какая улочка. Люстры, пожалуйста, могу привезти. Забрала Кирюшу, ей так жарко, вот только пришли, попила водички. Кирочка, ну ты мать признала хоть? Ты признала мать? Ой, жарко, конечно, на улице 30 с лишним градусов. И в машине ездить в такую жару для Киры, конечно, ужас. Клима еще она тоже не любит. Да, ой, селедки, мама так скучала. Ты моя девочка. Да, поцелую. Я вернулась с нашей поездочки. Забрала мою доченьку, мою сладкую. И безумно соскучилась по какой-нибудь домашней горячей еде. Поэтому я готовлю перцы. Сейчас туда еще добавлю картошечку. И все это потом закушу, ну, когда буду кушать, молодым чесночком. Ой, какой запах душистый. Я просто обожаю чеснок, особенно молодой. Я могу есть его просто каждый день. Правда, мне потом не очень хорошо, но от молодого нормально еще. Вот что у меня получилось. И это очень-очень вкусно. Я уже попробовала. Ну, давайте еще при вас попробуем. Это просто божественно. О, боже. Как же вкусно. Завтра еду на шашлыки, на гриль-парти. С меня курица. Итак, я в эту 5-литровую кастрюлю слоями положила лук, курицу, потом соль, перец, опять лук, курицу, соль, перец. И вот так вот слоями у меня тут лежит где-то 2,5 килограмма курицы и 2 килограмма лука. Лука, честно говоря, можно было побольше, у меня просто не было. Сейчас все это закрываю тарелочкой, ставлю небольшой компрессик и в холодильник на 24 часа. Я замариновала курицу, вышла встретиться с друзьями, пришла домой, я не могу, у меня слезятся глаза, у меня горит нос, рот, это просто ужас, вся квартира воняет луком, хотя эта кастрюля стоит в холодильнике, но невозможно, я вдыхаю, все пахнет луком, я никогда не думала, что лук так пахнет, в основном я думала, чеснок так пахнет, потому что я обычно луком не пользуюсь. Мы на гриле с девчонками. Готов салатик из грильных овощей. Это будет очень вкусно. Шашлычок, курочка. Сейчас лепешечку сверху положим. Будет очень вкусно. Blu-blu-blu-canari, clic-clic-clic, si perde l'eco. Se piange canto, canta, clic-clic, credi la vento. Blu-blu-blu-canari, clic-clic-clic, si perde l'eco.